Мы поняли. А Таркуша Нашвили вместе с нами, он возвращается в студию после двухмесячной дисквалификации за неспортивное поведение. Атар, у вас особое отношение с сборной Португалии, которую мы обыграли на прошлой неделе. Если вдруг кто-то не знает, Атар Кушанашвили провел несколько дней в португальской тюрьме за то, что выбежал на поле во время матча Евро-2004, пытаясь разобраться с судьей. Если кто-то не понимает, Атар Кушанашвили слева. Не в желтой майке я. Атар, это правда, что Фабио Капелло привлек вас к подготовке сборной России к матчу против Португалии? Не отразили. Что вы им говорили? Капелло, хочу сказать, предвидя, что будут полярные точки зрения, Капелло – это Роберт Де Ниро тренерского цеха. Конечно, вот в его стати, в его манере поведения многое раздражает людей избыточных, русские люди избыточные. Я вижу, что он фашист. Это понятно. Он фашист, он такой Геббельс. И он атарик с детьми своими. Я думаю, я приветствую появление Капелло, потому что, будучи отчаянным, густопсовым дилетантом, вижу только одно. Когда Португалия насела на нас, я позвонил Фабио и сказал: «Фабио, значит, первые 10 минут будет хаос. А потом как-нибудь соорганизуйте игру так, чтобы отбиваться». Так умело отбивающуюся сборную России я не видел, даже когда я сам ее тренировал, то есть 5 лет назад. Среди тех, кому не понравилась игра сборной России в матче против Португалии, Александр Бубнов, суперзвезда телеканала «Россия-2», который разбирал игру сборной России после этого матча. Александр, это жанр, который придумали вы, жанр разбора игры за матч против Португалии. Вы никому из игроков сборной России не поставили оценки выше тройки. Почему? Ну, во-первых, это не я придумал, это придумала советская наука, и ею пользовались Бесков и Лобановский. Окей. Вот, они мне вот такие же оценки ставили, когда я вот так играл. Поэтому я на самом деле... Это как? Так плохо? Вот так плохо, да. Мы выиграли у Португалии, у третьей сборной мира. Ну и что, мы выиграли в Киеве, которое я вам скажу. Когда там в Киеве 2-1 мы выиграли, там два человека обладали золотыми мячами, Балахин и Биланов. Был Протасов, который у Серебряной Бутс. Она была сильнее Португалии. Мы 2-1 выиграем, у нас 6 двоек. Здесь еще ничего оценки. Ну хорошо, объясните мне, вот фамилии. Роман Широков отдал гениальный голевой пас на Киржакова, когда тот забивал. Да, правда. Кстати, у нас в гостях сегодня Арсен Минасов, друг и агент Романа Широкова. Ну, вы тоже ставите Широкову 3. Он не заслуживает оценки больше? Как оценивается игра футболиста? Так. Футболиста игра оценивается, есть модельные показатели, есть объем, который он должен выполнять, и есть процент брака, который допустим для... пятерка такая, и потом спускается, да? Так вот, если бы он не сделал гениальную передачу, да, а до этого ему гениальную передачу Файзулин сделал, да? Вот, то у него была бы единица с минусом, может быть. А так ему 2 балла набросил. Арсен, вы согласны с этой оценкой? И с единицей с минусом, которая была бы, если бы не был пас? Я не умею считать вот эти вот технико-тактические действия, брак, но если он есть... Единственное, что я с Сашей, мы давно знакомы, и я не согласен с одной вещью. Как считать брак? Есть Кастрол, да, новая система, и там считаются... Одно дело, когда футболист играет все время вперед, и у него шанс ошибиться больше чем больше у того, который играет поперек и назад. Можно играть всю игру поперек и назад и иметь брак 1%. Легко опровергаю сейчас Арсена. Арсен, извини. Саш, Широков играет очень много вперед. Очень много вперед, и поэтому он ошибается и старается давать острые передачи. Легко опровергаю. За одну передачу ставить футболисту пятерку тоже неправильно.